Всем привет, с вами Русский Кутюр на Fashion TV, и я Виктория Гилберг. Каждая женщина мечтает быть индивидуальной и неповторимой и приковывать взгляды миллионов мужчин. Именно поэтому у бренда Alla Couture уже столько поклонниц. Сегодня мы познакомимся с дизайнером и основательницей марки Аллой Кравченко. Алла, привет! Спасибо огромное за приглашение. На самом деле, нам сегодня безумно, дорогие друзья, повезло, потому что помимо того, что мы запишем интервью с замечательным дизайнером Аллой Кравченко, мы еще поучаствуем в съемке лукбука новой коллекции летней. Здравствуй, Вика. Спасибо, что вы принимаете участие в нашей съемке. Это большой комплимент. Спасибо, что нас заметили, отметили, и за ваше присутствие. Алла, твой бренд появился сравнительно недавно на российском рынке. На самом деле он уже какую-то бешеную популярность приобретает, потому что количество модниц, которые твои платья любят, носят с удовольствием на светские мероприятия, растет с каждым днем все больше и больше. Как ты считаешь, чем это связано? В чем заключается секрет твоего успеха? В первую очередь, я думаю, что секрет нашего бренда – это все-таки магический процесс создания платьев, потому что создаются они все на острове Бали с любовью, с теплотой, в прекрасной атмосфере, с большой любовью. И, собственно, мы вкладываем много-много усилий для того, чтобы наши вещи выглядели красиво, стильно, качественно и украшали каждую девушку. В чем основная идея бренда? Расскажи. ДНК нашего бренда заключается в том, что все наши изделия расшиваются вручную. Например, длинное платье расшивается 2 месяца нашими мастерицами. У нас около 120 человек, которые занимаются вот этим ручным творчеством и создают вот такую вот красоту. А также мы создаем уникальные узоры, которые подчеркивают все достоинства фигуры и скрывают недостатки. То есть некий такой 3D-эффект. Ты говоришь, 2 месяца создается длинное платье, а сколько же уходит на короткое? Короткое платье мы создаем около 1,5 месяца, ну, то есть от месяца до 1,5. То есть там уже зависит, с бахромой оно или без, какие узоры, какое сочетание палитры. То есть, ну, примерно сроки 1,5 месяца. А как достигается вот этот 3D-эффект, о котором ты сейчас нам рассказала, вот эта изюминка твоего бренда? Мы разрабатываем изначально узор. Безусловно, долго над ним работаем, прежде чем утвердить тот или иной образец. Наносится узор тоже на модель вручную. Вот, мы, соответственно, смотрим, где какие нюансы у нас, значит, супер легли на ткань, где что-то надо видоизменить, и потом уже по этому узору идет работа вручную нашей мастерицы, уже бусинка за бусинкой, пайетка за пайеткой. Вот объясни мне, пожалуйста, да, вот я не очень понимаю, вручную, то есть каждая пайеточка, которая есть на твоих изделиях, расшивается миллиметр за миллиметром вручную вышивальщицами? Да, абсолютно верно. То есть каждая микробусинка, стеклярус, буквально несколько миллиметров, вот эта вот малышка, она пришивается вручную, стежок за стежком, иголочкой, насаживается. Поэтому, собственно говоря, вот создается платье длинное 2 месяца. Но это я могу сказать, что достаточно быстрый срок для такого платья, потому что рука наших мастериц уже набита. Тогда, конечно же, у меня сразу назревает следующий вопрос о ценовой политике, учитывая, что это ручная работа, это 2 месяца каждое платье, это шикарное платье, на мой взгляд, я думаю, что все телезрители со мной согласятся. Какова ценовая политика, насколько они дороги, насколько они доступны? Виктория, мы хотим все-таки радовать наших женщин, не только российских, но и в мире, более доступными ценами, потому что у меня такая идея изначально была в голове,
чтобы сделать кутюр более доступным для наших красавиц, потому что я сама, живя в Москве, посещая много-много разных мероприятий, стояла всегда перед выбором, какое платье одеть, выбрать. И опять же таки, все-таки это вечер, и покупая такое платье, ты понимаешь, что ты его приобретаешь на один раз. Но ценники у нас кусаются на кутюр. Поэтому у меня была такая мечта создать платье, но с доступной ценовой политикой. Собственно говоря, поэтому мы наши изделия делаем на Бали. У нас свое производство, у нас 3 фабрики. И вот мы там создаем эту всю красоту. То есть, получается, антикризисные платья. Да, антикризисный кутюр. Но почему все-таки Бали? Есть ли какая-то, может быть, история, связанная с этим островом? Ведь он находится не так близко от нашего государства. На самом деле, судьба туда нас закинула случайно. Мы поехали отдыхать с нашей семьей. Я там через 2 недели заскучала и начала искать себе приключений. Поскольку я человек очень творческий, так получилось, что я нашла несколько фабрик, которые, ну, вот нуждались в неком развитии. И так сложилось, что, создав один шедевр, другой шедевр, я понимаю, это то, что мне нужно, то, чего мне не хватало здесь, в Москве, когда у меня было свое ателье. Я хотела расширяться, но, к сожалению, у меня не было потенциала. Не было потенциала в таких мастерицах, которые бы создавали вот эти вот все наши платья ручной работы. Но опять же, не скажу, что на потоке, но тем не менее, да, спрос рос, и я хотела расширяться. Но здесь нет такой возможности, к сожалению, в России. Вот. И поэтому вот так сложилось, что мы на Бали все это производим, но тем не менее, бренд российский, дизайнер российский, и я за продвижение русских дизайнеров. Расскажи, пожалуйста, нам о новой коллекции. Какая она, что она из себя представляет? Новая коллекция, если мы сейчас говорим о коллекции «Осень-зима» 2017, то мы решили поработать с кружевом. Кружево мы тоже закупаем на лучших мануфактурах и расшиваем вручную, потому что это наша фишка. Вот. Будет кружево, будет бархат. Также планируем запуск 2-й линии. То есть это будут какие-то элементы ручной работы, то есть либо это будет расшит манжет, либо кусочек воротничка, то есть, да, будет немножко скромнее. Да, вот все. Я хотела только что сказать, что скромнее. С элементами ручной работы. Ну, это будет как 2-я линия, или это все-таки 1-я линия Алла Кутюр, только более, скажем так, аскетичная? Я бы все-таки сказала, что это 2-я линия, поскольку ценник будет ниже. Ручной работы будет меньше, но качество останется неизменным. Ну, замечательно. Расскажи нам, пожалуйста, насколько у тебя индивидуален подход к каждой клиентке, если он таковой. Допустим, приходит к тебе клиентка и говорит, вот вы знаете, я бы хотела, может быть, немножко укоротить платье или сделать там как-то его по фигуре, именно по своей индивидуально. Такое существует? Безусловно. У нас индивидуальный подход ко всем друзьям нашего бренда, потому что клиентками все-таки называть не хочется. Каждая девушка для нас эксклюзивна, и мы гарантируем индивидуальный подход. То есть возможен индивидуальный заказ, посадка по фигуре, по индивидуальным меркам. Нам оставляют заявки на сайт, мы рассматриваем, то есть общаемся с девушкой напрямую и учитываем все ее пожелания. Вот, собственно говоря, девушка вносит предоплату, и мы приступаем к ее эксклюзивному платью. То есть это может быть вообще индивидуальное платье в единственном экземпляре, то есть там уже, конечно, будет ценник чуть выше, вот, но то есть любой каприз. Ал, а расскажи нам, пожалуйста, о перспективах развития твоего бренда, каким ты его видишь лет через 5, через 10, какие у тебя есть мысли? Может быть, ты мечтаешь о коллаборации с каким-то дизайнером известным? У нас в ближайшие планы входит выпуск своей коллекции обуви. Это красивые, женственные, обязательно на шпильке, босоножки, туфли. Надеюсь, также мы запустим линию сапог. Я думаю, что лет через 5-10 мы станем очень узнаваемы. Вы уже стали узнаваемы. Не только в России, но и в мире, потому что наши перспективы на ближайшее время обширны. Мы хотим открыться в Майами, в Монако, то есть посещать показы. А, кстати, а где вообще твой бренд представлен, помимо Москвы? Наш бренд представлен в Украине. Широко представилась сеть бутиков «Символ».
Я очень рада этому сотрудничеству. Это наши первые серьезные партнеры, которые закупают у нас коллекции и успешно продают. То есть налаживаешь все-таки связи между двумя странами. А также хочется отдельно поработать над коллекцией для беременных. Потому что, будучи мамой троих детей, я знаю, как хочется... Я не могу поверить, друзья, посмотрите, это мама троих детей. Вот это наши российские женщины, точно. Спасибо. Будучи мамой троих детей, я сталкивалась неоднократно с выбором платья, потому что каждая беременная женщина проживает либо какой-то юбилей, либо это Новый год, день рождения мужа и себя любимой. Поэтому, конечно же, беременной женщине тоже хочется сверкать, выглядеть безупречно. И мы разработаем специальное лекало для наших беременных красивых мамочек. И надеемся, что мы полюбимся. Будем любимы, конечно. А также коллекция casual. Также для беременных и для деточек, для подростков, потому что уже есть такие пожелания в наш адрес, чтобы мы выпускали линию для модных подростков, для детей. А также мои дочки всегда мне говорят: «Мама, ну когда же ты сделаешь для нас такие маленькие волшебные блестящие платья?» То есть я уже дала слово своим девочкам, что в ближайшее время я обязательно их одену в наши наряды, блестящие юбочки, платьишки, леггинсы, и они будут тоже блистать. Здорово, слушай, ну я тебе желаю огромного терпения, во-первых, потому что же я прекрасно понимаю, как иногда бывает сложно на нашем российском рынке новому бренду, но я уверена, что у тебя все получится, успеха тебе, удачи, мы ждем новых коллекций, и, конечно же, будем с нетерпением наблюдать за всем, что ты делаешь. Спасибо, Вика, мы будем стараться работать, расти и радовать наших почитателей, девушек. И также хочу сказать отдельное спасибо каналу Fashion TV за то, что вы создаете, радуете зрительниц всей этой красотой, новыми коллекциями. И хочу пожелать всем прекрасным телезрительницам быть уверенными в себе, расти, развиваться, не бояться экспериментов. И надеюсь, ваш выбор пойдет на наше изделие, потому что мы создаем все с любовью. Спасибо. Ну что, а я пошла выбирать платье. Роскошь, изящество и шик – основная идея бренда «Алла Кутюр». В таких нарядах вы никогда не останетесь незамеченной и всегда будете в центре внимания. Пожелаем дизайнеру удачи во всех ее начинаниях и, конечно же, развития бренда. С вами была я, Виктория Гилворк. Вы смотрели «Русский Кутюр» на Fashion TV, и я расскажу о моде больше.